Senhor, sembrou-se em espanhol. Mas hoje é uma piada e passou em que fissão. Toda noite eu gatinho de Святой Дух. Учащийся и желающий хорошо учиться за такое положение поболеет и огорчает дух. Требовалось бы много времени, чтобы прочувствовать все случаи, когда умение владеть собой поболеет и огорчает дух. Дух, память и тело – это транспорт нашего существования, на отношении которых нас призывают проявлять свой контроль. Что же такое дух человеческий? Это его бестелесная субстанция. Если хотите, человек без тела. Подобная и однократно дается характеристика человеческого духа. Он и общается с Духом Божиим.